Злобная росомаха, поговорим о рестлинге. Вы знаете, основная цель минус 6 звезд – обратить внимание на нелепости и недоразумения, а не на бочи. Но события прошедшей недели заставляют на первый план вывести именно бочи, а точнее нежелание ничего с ними делать. Пару недель назад мы дружно ржали над планчами Бри Беллы. Ну и ладно, прыгает и прыгает. В конце концов, она все делает в стиле «хочу как муж». Поржали и поржали, но случилось продолжение, причем куда более серьезное, потому что в результате рестлинга Бри Лив Морган получила сотрясение мозга. Во время проведения многих приемов ответственность лежит на принимающем. Но если речь идет про удар ногой по неподвижному оппоненту, оправданий быть не может никаких. Рестлинг должен быть безопасным. Одно дело не учесть отскок постороннего предмета, другое – не рассчитать движение своей ногой, причем дважды. Кстати, можно предположить, что Бри пыталась попасть в такт кричалки «Yes». Конечно же, это важнее, чем какая-то там безопасность. Еще больше напрягла развернувшаяся дискуссия на тему «Ну ударила и чё? Это же часто происходит. Вот Накамура чуть не сломал Сину, и Роллинс чуть не сломал Сину, и Панк чуть не сломал Сину, и ничего». Подобные заявления – это лишь желание нонконформиста пойти на конкурс танцев. Мерзко это читать от людей, которые ранее занимали принципиальную позицию по отношению к непрофессионализму. Но не забывайте, у нас Women's Evolution. А значит, все, что делают рестлерши, тем более те, кого раскручивают в WWE, простительно и понятно. История с Пейтон Ройс всем все доказала. Или нет? Никто не спорит, что ранее Белла никого не травмировала, но уровень ее непрофессионализма был запредельным всегда. Она олицетворение той эпохи, когда на ринг пускали полуголых моделек, чтобы на них пялились, и которые получали контракты в джакузи с Джонни Эйсом. Не верите? Ну вот она пытается быть Джеффом Харди. Вот она бьет локтем. А вот еще. И еще. И еще. Можно по-разному относиться к современному женскому рестлингу, ну я, например, иронично. Но тот факт, что в среднем рестлерша WWE сегодня намного более умелая, чем такая же рестлерша 10 лет назад, очевиден. И Белла со своей корявостью – это вызов любому адекватному человеку. И вот тут мы подходим к главному. Проблема не в том, что Белла корявая. Проблема в том, что Беллы подаются как легенды. Как ветераны с многолетним опытом. Их ставят в один ряд с Джаз, Бет Феникс, Викторией. Я сознательно не упомянул Литу и Триш, потому что их корявость тоже никто не отменял. И при всем этом они легенды, факт. Но армия фан-боев и фан-герлов Белл в соцсетях рубится до последнего. Я думал, это преувеличение, но нет, их действительно и воспринимают как легенд благодаря социально-сетевой машине WWE и неготовностью людей воспринимать хоть что-то критически. Ну а до той поры, пока это не произойдет, я выписываю Бри Белле и ее Бри-моду минус 6 звезд и прошу лишь об одном. Пожалуйста, не травмируй никого, хотя бы до следующей недели. Злобный Росомаха, услышимся.